Вот верхняя палуба MSC Фантазии. Мы встречаем рассвет. Там вы видите побережье Франции. Ницца, Монако, Каны ждут нас. А мы их. Кстати, море сегодня спокойно. А вот это уличные бассейны. Вот вам кусочек рассвета с французского побережья. Лайнеры, MSC Фантазия. Вот внутренний бассейн, вид сверху. Мы удачно встали в 6 утра, никого нет, и мы можем вам показать всю эту красоту. Здесь же наверху есть лаунж, можно посидеть, попить сока и наблюдать за морем. Здесь огромное количество мест, где можно сидеть и смотреть на проходящие мимо сказочные берега. Арена. Это площадка, где проводится волейбол, футбол, гандбол, различные игры. Еще такой маленький бассейн, лягушатничек между глыбом льда для малышей. Можно провести время и отдохнуть. С выходом в бэби-зону. Здесь открытый бассейн. Сегодня солнышко. Майорка встретила хорошую погоду. Отдыхаем. И так можно наслаждаться джакузи и любоваться на море. Якорная стоянка. Мы на лодке едем в Каны. Полный катер иностранцев, итальянцев, поляков, англичан, французов. Каны ждут нас. Учебная тревога на лайнере MSC Фантазия. Анимация.